Всем добрый день. Я уже отработала. Много так народу ходит. Наверное, чуть-чуть красное. Я прям вот прям удалила усики только-только сейчас. Все, поработали. Теперь отдохнуть надо. Взяла с собой с работы лак. У меня дома лака нету, ну, потому что всегда короткие волосы. А сейчас у меня отросло все, там кудри вообще невозможно какие. Сегодня надо быть красивой вечером, поэтому, может быть, укладочку какую-нибудь сделаю. Ой, ну не какую-то там особенную или что-то. В общем, сейчас дома легонечко так покушаем, что-нибудь там, салатик. У меня со вчерашнего дня осталась лапша рисовая. Я ее доем. Салат сделаем, в общем, вот так, чтобы на ужин идти. Мы же не ужинаем, поэтому немного поедим в обед, а уж ужин съедим весь. Как говорится, что же заплачено, надо все доесть. В общем, вот такие у нас планы. Пока отдыхаем. А еще такое ощущение на улице складывается, что мы не к зиме идем, а к весне. Каждый раз я снимаю с себя одежду, снимаю, но не надеваю. Сегодня вот иду в обычный... Ой, стриптиз. Сейчас застегнусь. В обычной рубашке джинсовой. Вот, ну длинная она у меня. И вот такой вот шарфик накинула на себе. И жарко, представляете, вообще, что с погодой творится. Где зима? Даже страшно, потому что потом, как наступят все эти холода, все сразу. Тя-ля-и-но. И все. Ну пока раздеваемся. Пипец. А еще пока я помню, помните, я как-то вам рассказывала клиентку у меня, которую я не стала стричь. Вот. Но она типа подружка моей сестры мужа. И я ее не стала стричь. И вот... Она сходила в парикмахерскую, и вот она не ходит уже, ну вот как я с России приехала, она не ходит в парикмахерскую. Я вчера же сестры спрашиваю, говорю, позавчера, говорю, а что там, говорю, с ней, что? Она, знаете, что говорит? Она говорит, сходила в парикмахерскую, подстриглась, и теперь не хочет выходить на улицу, потому что, говорит, ее так окромсали, что она ждет, выжидает, когда у нее отрастет волос, чтобы смогла выйти на улицу. Ой, не могу мне такое ржать. Я говорю, ну вот. Она мне все, говорю, указывала, показывала, что тут нельзя стричь, там не надо стричь. Типа, я не умею, ля-ля-то-поля. Говорю, сходила к знающим людям. Вот теперь пускай и это, что посадишь, то и пожнешь, знаете. Ой, мне так смешно. Он говорит, подстриглась, там, говорит, пипец, говорит, все дыбом стоит. Ой, мне прям и смех, и грех. Просто людей таких вот, видите, сама жизнь наказывает. Вот она мне что-то возмущалась, ходила там. И, пожалуйста, получила. Своими же поступками за всю жизнь расплатилась. Смотрите, какое море. Вообще. Девчонки пляшут. Девчонки. Песенки поют. В общем, недолго думая, позвонил муж и сказал попить пиво, поехать с тапами. Ну, я не против. И поэтому приехали вот в этот барчик, сервисерия Лануве. Покушаем, а потом пойдем дома отдыхать. Ни посуду мыть, ни готовить. Вот такой, это рыба в панировке. В таком барчике обычный. Типика испанишь, как говорят. Безалкогольное пиво. Всем приятного аппетита. А это вторая этапа, если вы можете подумать. Это кальмарчики маленькие. Ням-ням. На дорогу творится что-то непонятное. Столько машин, везде пробки, не проедешь. И что вы думаете, приехала к дому, нет ни одного парковочного места. Вообще какой-то сегодня ужас. Кстати, сегодня вот так выгляжу.
Вот так вот искала, три круга дала. Ну, припарковалась, конечно, не совсем близко, не в удобном месте. Ну, хоть так. Все, теперь попью чай и отдыхать. Набираться сил на вечер. Мы приехали домой. Погоду вам показать. Это вот на улице 26 градусов. Дома 20, прикол. Вообще... 26 градусов, конец декабря. Это вообще как? И ведь действительно 26 градусов. Я в майке, и мне жарко. Прикол вообще. Да уж, зима в этом году. Я сегодня, кстати, смотрела телек по российскому телевидению. Показывали, что сегодня самый жаркий день, теплый день. За последние 140 лет в Москве, прикиньте. Ну, наверное, в Испании тоже, потому что 26 градусов. Это вообще как? Ужас. Та-та-та. В общем, пойду отдыхать. Какой-нибудь сериальчик включу. Потом нужно будет... Хочу макияж какой-нибудь сделать, знаете, красивый такой. Необычный. В общем, да. И пока пойду отдыхать. Это вот наши лотереи, которые у нас были. За исключением двух, которые выиграли. Два номера выиграли по 20 евро. Ну вот, неприбыльное это дело, скажу я вам. А еще у нас девчонки сегодня придумали по два приза. Вот, ну, по призу с человека, чтобы типа обмениваться подарками. Так как они не увидят это видео. Я купила вчера вот такие красные трюселя. Я вам вчера говорила, что... В Испании, я не знаю, может быть, еще где-то в других странах. Напишите в комментариях, если это так. В общем, приносит удачу, если в эти новогодние ночи, дни надевать красное белье. Вот. И я вот купила такой, как скажем, универсальный размер труселей красных. Это будет вот у меня один подарок с мылом. Вот так вот. И Танька сказала, что нужно завернуть в газеты, чтобы... Ну, чтобы у всех одинаково было. Газет нету, вот такой журнал взяла. А тут у меня там такая тарелочка для этих маслин и оливок. То есть вот тут тарелочка, и вот сюда вот маленькая тарелочка в ней. Сюда косточки, а здесь маслин. Ну, красиво тоже, если там покажу. Это с прошлого года у меня осталось, поэтому завернутое. Вот сейчас все заверну это, и вот такие вот у меня будут подарочки оригинальные. Я что-то вчера смотрела, думаю, подарю труселя. Такой вот размер, в общем, скажем, 2XL, но это китайские 2XL, потому что они не такие огромные на самом деле. Мне кажется, прикольно, да? Теперь вот сейчас буду заворачивать. Сейчас чаю себе наведу, который вчера вкусненький покупала. Я все конфетки русские спрятала, ну, чтобы не лопать их и не толстеть, да? Муж вчера в магазин сходил, купил еще один ананас. Почему еще один? Потому что я тоже купила, я вчера его порезала, он зачем-то еще один. И конфетки мне! Как, зачем? Одни вот вкусные, вообще прям классные, прям... Ну зачем? Если я типа вроде бы как не ем конфетки, да? Ну как не ем? С глаз долой и сердце вон. Так все я ем, все я ем. Вот сейчас с чаем попью и с конфетками. Так что вот так вот. Чай, конечно, обалденный. Оно с какими-то листочками. Я вчера наводила себе уже. И вот так вот я чай. Ой, блин, рассыпала. Одной рукой неудобно. Чай с стевией. Вот так. И все это заливаем кипятком. И все. Правда, какой-то запах у стевии не очень. Ну, конечно, это же не сахар. Но утром я кофе пью с сахаром обычным. Эх, почему все вкусное полнит? А? За что ж такая доля? Та-дам-та-дам-та-дам. Я уже собрала пакет. Поставила, положила туда все эти. Обувь свою, во-первых, переобуться, чтобы. Потому что поеду в одни. Ну, знаете, ну, поеду в таких кроссовках. В кедах даже, скажем так. Вот. А там переобуюсь в туфли.
чтобы если вдруг устанут ножки, я же все-таки не привыкла на каблуках-то ходить, правильно? Вдруг там у меня там душа развернется и в пляс пойдет, а ноги болят. Так что вот взяла переобувку. И сувенирчики не забыть, а то я могу уйти из дома и без них. Так что вот такие у нас подарочки будут. Все в предвкушении. И сейчас уже, наверное, пойду я в душик схожу. Сначала чай попью, потом в душик схожу. Солнце в глаз. Решила тут на огород свой посмотреть. Растет. Все растет, все цветет. Лечуга, даже вот это вот салат, по-моему, принялся. Вот эти, в общем, все принялось. Земля влажная. Лучок. Лучок, кстати, можно уже, наверное, резать. Это вот альбак. Алкашок, укроп у меня свалился. И укроп можно уже резать. Он даже что-то желтеет. В общем, скоро салатики будем есть. А это, наверное, от ветра. Прям вот эти вообще прям хорошо стелись. Я себе маникюрчик сделала. Ну, так накрасила. У меня два цвета. Будет розовая юбка и вот зеленая, как бы, зеленый верх. В общем, не зеленый, а такой цвет, как бы, бирюзовый, что ли. Не знаю. Ну, в общем, увидите все. Вот, решила такие ногти сделать тоже. На улице все так же 26 градусов. Время уже 6 час. Сейчас пойду, наверное, краситься уже. Чтобы, знаете, с чувством, с торком, с расстановкой. Соседка в фартуке. Видимо, к ним, наверное, гости приедут. И вообще, Рождество католическое – это семейный такой праздник. И знаете, вот как у них принято здесь? Ну, у всех есть родители, да? И вот на Рождество, допустим, семейная пара, вот у них есть родители. Они идут сначала к матери жены, к родителям жены, например, либо Рождество, либо Новый год, вот эти ночи. И потом наоборот, то есть, допустим, вот если бы, как сказать, у меня были бы живые родители, и у мужа были бы живые родители, то сегодня мы пошли, например, к родителям мужа, а на Новый год мы пошли бы к моим родителям. Понятно, да, объяснила? Вот, ну, так как никто не жив, вот, это невозможно. Ну и вообще, ну, я же не католик, и поэтому, как бы, Рождество, ну, просто для нас это как отметить праздник, да, какой-то повод для встречи. А Рождество-то у нас 7 января, поэтому, как бы, ну, приехали в эту страну, нужно чтить их традиции. Мы в прошлом году, кстати, отмечали дома, по-моему, да, кушали. Я там немного готовила, а в этом году вот просто с друзьями мы решили отметить все вместе, собраться в этом отеле. Ну, отель, а при нем есть банкет, много-много банкетных залов. Я там уже была пару раз на свадьбе у племянника, еще где-то. Там очень хороший, там специально вот все это для этого сделано. Если не один из лучших, он, конечно. На Новый год меню очень там дорогое, ну как очень, 130 евро за ночь. Ну там идет с выпивкой, с развлечениями. А сегодня мы за ужин заплатили 30 евро с человека. Вот там ужин и, в общем, не буду вам врать, потом все увидите. В общем, такие вот у них традиции, и многие семьи просто отмечают это в семье. Ну, вот идут к родителям, да, чтобы посидеть. А новогоднюю ночь они, знаете, как отмечают? Они собираются тоже у родителей, ужинают, все дела, ля-ля-ля-ты-поля, и едят, у них традиция есть кушать 12 виноградинок с боем курантов. И после 12 часов, как у нас, помню, в России, мы шли на елку гулять, там встречаться с знакомыми, да, там закуска, там выпивка, все в пакетах, помню, носили к елке.
Вот, а здесь все идут отмечать, ну, танцевать, выпивать на какие-то вот именно вот либо в бары, либо в рестораны, либо в такие места, которые вот делают дискотеки, скажем так, что ли. Именно для таких людей, которые, ну, это все заранее оплачивается, все заранее, как говорится, резервируется. Мы билет, кстати, не билеты даже, а зарезервировали место еще до России. Мне Таня зарезервировала 2 места. А оплачивать мы ездили, вот когда в Малагу ездили, мы уже заехали в этот отель и оплатили наши, как говорится, места. Вот нужно все это заранее делать, чтобы не опоздать, скажем так. Так что вот так. Я особо-то... Подруга была в этом отеле в прошлом году, поэтому она нас всех как бы сподвигла на это. Сказала, что там было очень здорово, ей очень понравилось. И если бы была компания, то было бы намного все веселее. Ну вот мы соберемся все компании. Слышите, я вообще не понимаю, почему это стреляют днем? Зачем? Зачем стрелять днем? Вот эти вот петарды, вот эти вот... Это вообще бред какой-то. Ну, мы закроем все жалюзи, закроем все двери, чтобы включим телек, чтобы Чарли не особо боялся взрыв. Но дома он себя более спокойно ведет и не так. Но дома он чувствует себя нормально, в общем. Да, но все равно нужно все закрыть, чтобы не было ему вот слышно вот этих всех взрывов дурацких. Так, ладно, я пошла, наверное, краситься, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой. Это мой сегодняшний лук. Так что вот так и мы пойдем. Красивый. Смотрите, какой рукав красивый. Макияж. Мне кажется, суперский макияж. Смотрите. Мне очень понравилось, как я себе накрасила глаза. Просто вообще профессионал какой-то. Укладочка. В общем, все дела. Пишите в комментариях, как вам мой лук. Мы поехали гулять. Наше гуляние я вам сниму отдельным видео. А это будет грузиться, пока мы будем там зажигать. Всех с Рождеством, всего самого лучшего. И всем пока-пока, до завтра.